Женя Демехия. Лучше всех. Вы уже выпускник. Не только праздник, но и гордо и почетно быть военмеховцем. Вы уже из фильма узнали, да и, наверное, когда поступали сюда, что военмех — это единственный вуз, который выпустил 5 космонавтов. Поэтому, может быть, среди вас есть тоже, кто совсем скоро передаст привет военмеху. Как-то так не понимаю, пока первокурсников, из космоса. Но прежде чем взлететь в космос и освоить азы, нужно получить колоссальный объем знаний. Чтобы его получить, нужно познакомиться с теми, кого я сейчас попрошу подняться на нашу сцену. Но прежде, не от всей души, вашими аплодисментами, с наступающим 1 сентября хочется поздравить не только вас, уважаемые первокурсники, но и профессорско-преподавательский состав всего военмеха. С днем знаний, военмеховцы! Приглашается ректор Балтийского государственного технического университета имени Дмитрия Федоровича Устинова, доктор технических наук, профессор Константин Михайлович Иванов. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Борисович Девинский. Сейчас вы познакомитесь со своими деканами, и я с большим удовольствием под ваши аплодисменты приглашаю декана факультета А, Леонид Павлович Юнаков. Декан факультета Е, Олег Григорьевич Агошков. Декан факультета О, Сергей Константинович Петров. Наверное, парни будут аплодировать. Начальник учебно-военного центра Константин Александрович Бурковецкий. И что там первый раунд? А как девушки больше реагируют все-таки на УВЦ? Может быть, их тоже призвать? У нас очень много женихов. А, я понял. Игорь Борисович, я попрошу вас начать поздравление первокурсников военмеха. Лучше! Давайте попробуем еще разочек и без пауз. Договорились? Я прошу сейчас поздравить первокурсников военмеха. Лучше! Вот это уже другой разговор.